Всем доброго времени суток, с вами Осина, и сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 4 «Другие пути» кампанию за Аду Вонг. Я очень обижена на эту игру, очень глубоко и печально, ибо сейчас я прошла очень сложный отрезок игрового процесса, и у меня она зависла. То есть ни туда и ни сюда, все. Она зависла после свершенного мной героического действия, какого вы увидите чуточку попозже. Но человек я обычно не отчаивающийся и все доводящий до конца. Поэтому мы... Правильно я говорю, синеглазый? Поэтому мы будем продолжать, и ни в коем случае сегодня я не брошу это дело. Моя миссия довести дело до ума. В общем, сегодняшняя серия обещает быть последней и самой сложной в кампании за Аду. Как вы заметили, здесь вообще, в принципе, все достаточно сложно. Ничего не остается, как заниматься отстрелом всевозможной нечисти. Хорошо. Воу, какая мерзость, я не буду это трогать. Я к этому не прикоснусь. Как вы помните, эту же самую штуку потом увидит Леон из Кеннеди. Ты тут что-то расшвырил со своими стрелами? Вот я мазила просто. Ужасно. И идут годедо. Годедо. Это называется прокачала скилл злоба. Злоба на игру. Да, я действительно на нее обозлилась, но потому что... Ай, сами все увидите. Все расскажу. Хотя бы систему теперь знаю, что делать и как. Место это весьма и весьма зловещее, даже за Аду. Спасибо, что хотя бы регенераторы здесь не пробудились. Это весьма и весьма радует. Что здесь все-таки за эксперименты делали? А, неизвестно. О-о-о. Старый знакомый друг. Меня тошнит от этого трупа, а его рот. Ужас, не хочу на него смотреть. Знаешь, Ада, я тоже не хочу на него смотреть, поэтому давай мы будем удаляться отсюда как можно скорее. Ибо впереди нас ждут одни лишь приключения. Очень неположительные, кстати говоря. Так, и вот наступает наш первый интересный момент. Почему интересный? Да он интересный, можно сказать, даже в кавычках. Надо перезарядить все оружие, которое у нас имеется. И готовиться к великому сражению, ведь кое-кто ждет нас наверху. Вы удивитесь, но это существо вы знаете. Почему существом? Потому что человеком его назвать очень-очень-очень сложно. Знакомые мускулы, не так ли? Краузер. О, Краузер, извини. Я уже доложила Васкеру о твоей смене. Сколько бы мне пришлось переписать отчетов, если бы ты оказался жив? И здравствуйте, вот оно, сражение с Краузером. Я его безумно не люблю, потому что я не могу нормально нажимать здесь КТЕ. Вот, собственно, вы это только что и наблюдали. А я убила его с первого раза. Просто с первого раза я ни разу не умерла. Ладно, как бы там ни было... Ну, держись, Краузер, ну ты у меня попляшешь, Просто надо быть как можно более вертлявой и наиболее осторожной. Хорошо? Дубль два. Кш-кш-кш-кш.
Узи от меня. Узи от меня. Мужик психованный. Отлично. Нет, не отлично. Господи, он у меня срезал все здоровье. Вы только на него посмотрите. Чудак-человек. Умри, 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 умри. Фу, еще и приманивает меня. В общем, дело такое, что я предпочитаю сражаться именно... Ай, уйди, 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 уйди. Ох, кыш, 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 кыш от меня. Главное взять болты. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. О боже мой. Срочно надо съесть яичко. Это очень нервное место. Это кошмарно нервное место. Почему я его ненавижу? Ответ слишком очевиден. Уйди от меня. Уйди. Не приближайся ко мне. Come on. Вы только на него посмотрите. Выпендрёжник, а? Так, чтобы справиться с выпендрёжником, нам надо хотя бы съесть... я думаю, что вот так я сделаю. Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. О, боже мой! Что это было? Hello! Ага. Ладно. Господи, уйди от меня, пожалуйста. Нет, 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 нет. Только не погибать, только не погибать. Держаться из последних сил. Отвали от меня. И знаете, что я думаю? Давайте возьмем самое сильное оружие, которое есть у Ады. Это арбалет. О, боже мой. Ты психанутый придурок. А, я на него так острачу. Наиценнейшее оружие. Это того не стоит. А, давайте попробуем. Дробовик, может быть. Иди сюда. Ага, дробовик на самом деле не самое лучшее. Убирайся прочь. Смотрите, такой перелазит аккуратненький. Yes! Да! Краузер, я запомнила тебя. Ты одно из самых мерзких созданий в этой игре. Такая огромная штука. Но она мне не нравится. Да, она мне совсем не нравится. Вот, собственно, и все. С Краузером мы разобрались. Радует ли меня это? Ну, так, относительно. И, кстати говоря, мы нашли лампу. Почему-то всех этих я не нашла. Сокровищ для нее. Ну, знаете, ничего страшного, в принципе. Я думаю, что все украшения я продам, пусть даже за бесценок, можно сказать и так. В деньгах я не нуждаюсь, и... Я нуждаюсь в лечилках. Вот это вот действительно... Что у тебя здесь есть, чудак-человек? Welcome. Я тебе тоже очень рада. Продам я тебе золотую рысь, лампу и немножко бирюзы. А вот что ты позволишь у тебя купить? Очень большой дипломат, да не нужен он мне. А вот лекарство пригодится.
Come back anytime. Так, ну что же, и, кстати говоря, мы сейчас будем следовать, можно сказать, к самому настоящему финалу. Для финала у нас очень мало нужных мне патронов. Ну ладно, я как-нибудь попытаюсь сделать то, что я попытаюсь сделать. Итак, смотрите, наблюдайте и вспоминайте. Примерно на середине этого сражения у меня все и зависло. Скоро ты приобретешь невероятную силу, но похоже, что это нелегко. Я все равно заберу Эшли, нравится тебе это или нет. Ох уж эта юношеская самонадеянность. Маг-волшебник. Шевелись. Пошли. Итак, мы остаемся один на один с Седлирием. Да, и к великому сожалению, я очень плохо с ним сражаюсь. Я не умею, я криворукая. Я буду бегать и кричать. Это все, что я могу сделать. Отстанет меня, Седлир. Седлир, посторонись, ты жирный. Все место загородил. Мерзкий Седлир. В общем, естественно, самое лучшее оружие против него это арбалет. Нравится? Или не очень? Мне вот не нравится то, что тебе как-то наплевать на то, что я делаю. Вы знаете, происходит нечто невероятное. В плане того, что все это должно происходить совсем не так. Странно. Это сколько же я в него стрел-то выпустила? Седлир, ты меня пугаешь своей искренней живучестью. Потрясающе. И у меня практически ничего не осталось. Не имею ни малейшего вообще. Ладно. Мы же будем импровизировать, не так ли? О, да, мы будем импровизировать. И можно сказать, в этом будет заключаться вся наша беда. Седлир! Цып-цып-цып-цып-цып-цып! Святые же макароны! Он меня убил. С первого раза Седлир меня убил. Так, ну ладно, с одного удара я поняла, что это его фаталити, когда он бесится весь и булькает. Да-да-да, я поняла, что у тебя давно не было вообще никакого общения с женщинами.
и ты весь такой ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, сально посмеиваешься. Ну, пожалуйста, Садлер, может быть, мы с тобой мирно разойдемся? Я тут мимо проходила, я всего лишь гуляю. Отстань от меня, пожалуйста. Фейлы вырезать не буду. Вот как есть, так и есть. Я ничего с этим поделать не могу. Дубль 2. Может, ему в морду стрелять? Я уж... Ты обалдел? Давайте ему целиться в глаз. Так. Получи. Скотина. Брысь. Фу, надо подлечиться. Вы знаете, это... Ай. Очень жаль, что, кстати, вот это вот выстреливание ему, точнее, терзание его глаза не считается, можно так сказать. Отлично. А ну-ка, получи. Нравится? Нравится, Садлер? По-моему, очень вкусненько. А! Отстань от меня, отстань. Маньяк. Маньяк. Ты маньяк. Просто маньячина! Фу, я осталась жива. Я осталась жива, но жизнь моя очень сомнительная. Быстро. Давай, Ада, ты сильная. Ты сильная женщина. Мы с тобой совсем справимся. Наверное. Я говорю, наверное, потому что я во всем уже стала сомневаться. Так, скомбинируем, и значит, у нас получается есть... Батюшки святые макароны, какой кошмар. О, да! Никогда еще не испытывал такой радости. Спасибо. Это будет сложно объяснить на таможне. История закончилась печально. Если бы не одно «но». И Седлер. Использовать новые трюки, так как эти уже устарели. Ты в порядке? Мне уже лучше. Что смешного? Думаю, ты знаешь. Американцы всегда выигрывают. Такое происходит только в голливудских фильмах. Мистер Кеннеди, вы меня забавляете. И в знак моей благодарности я верну вас из вашего мира клише. Отойди назад. Как у него это в горле помещалось? Я не могу не задать этот вопрос позже. Когда он разбирается, у меня фейспальм на лице образовывается. И, наконец, наступает ответственный момент.
наш, можно сказать, финал. Не стоит задерживаться ни на миг, потому что только вперед, только нестись как можно быстрее и добраться до ракетницы. Классика. Но только этой классике будет многое мешать. Я думаю, стоит взять... Не знаю, возьму дробовик. Да будет он. И на самом деле не тратить никакого времени. Кш-кш-кш. Все от меня кыш. Все кыш. Убирайтесь вон, вы мне не интересны. Жирный. С глаз долой. Так, хорошо. Поверьте, то, что вы будете отвлекаться на этих зловредных мужиков, сыграет с вами злую шутку. Вы просто никуда не успеете. А Леон банально может погибнуть. Ой, уйди, пожалуйста, сгинь с глаз моих долой, чтобы я тебя не видела. Ты мужик с ракетницей тоже, кстати говоря. И вот она, долгожданная. Возьми вот это. Извини, Леон. Передай мне это. Эйда, ты прекрасно знаешь, что это. Не волнуйся, я позабочусь об этом. Эйда! Вот, лови. И поторопись. До скорого. И только рассвет нас встретил. Что же, вот мы и прошли дополнительную кампанию за Аду Вонг. Могу сказать, что это одно из самых лучших дополнений, что я вообще видела за всю историю игростроения. Очень весомое, и видно, что люди постарались над ним. Это, можно сказать, даже вторая сюжетная ветка. Мне было удовольствие проходить ее. Мне было очень интересно вам показать. Извините за какие-то мои неловкости, возможно, нелепости и неуклюжести периодически. Я играю, как я играю. Я не стремлюсь к совершенству, потому что совершенства в мире не существует. Идеал всегда будет забрызган грязью. Поэтому я просто я. Если кого-то это не устраивает, то... Простите, чего с этим поделать не могу. Вы знаете, как я отношусь к Аде Вонг, тире Эйде Вонг, очень положительном ключе. Поэтому у меня еще были там некие идеи насчет шестой части пройти непосредственно в одиночку.
Но это все совсем другая история. Я думаю, что на этом мы точно поставим точку в истории Resident Evil 4. Для меня, ну, можно сказать, это некий конец. Хотелось поиграть в наемниках, но не знаю. Это как-то у меня все-таки в четвертой части будет более личное. На этом точно, вот точно прохождение Resident Evil 4 будет окончено. Задание Ады я проходить не буду, потому что мне оно не очень нравится. Это такое коротенькое совсем дополнение. Но если вы играете в эту игру там или сейчас, или играли раньше, то я надеюсь, проходили или пройдете ее, потому что на 1-2 раза это весьма интересно. Что же, а так у меня метка 68, да, я просто кривой косой человек, убито врагов 351, и, к великому сожалению, у меня было 4 провала, ну, куда же без провалов. Ладно, 4 часа и 5 минут мы проходили эту кампанию. Всем большое спасибо за просмотр, с вами была Асина, и до новых встреч, пока-пока.